Ой, да ладно тебе, охуенно сыграли. Да, чтобы... Ладно. Ну, уже тройка определилась. Чего? Ну, там три команды сыграли уже. А, не суть, потом. Да, давайте потом. Ой, Атлус, блядь, давай быстрее, нахуй. Надо будет их где капать. Не. Если его, блядь, в подвале заклинит, это забей, там даже съебаться некуда. Сразу в центр челики... бежим. А? Сразу в центр бежим. Да-да-да, сразу в центр. Потом. Сука, блядь, надо обходить все это говно. Я предупреждал. Не бейте бедного Атласа. Нет, не бейте бедного Атласа. Ты молодца. Отлично. Уже 5 секунд выиграли. Ну, не, в принципе, они могут, конечно, пойти потом for free просто уничтожить наши эти хуевины. Очках, тиммер. Блять, пожалуйста, пощады. Пельмень, пасса, может, здесь стоит прикрыть. Пацаны, пощады. Давай. Это 6? Окей, это не зря. Я сейчас думаю, что они пойдут нас простреливать, ну ладно. Ну да, но сейсмиком ничего не видно. Окей. Угу. Вас слева глушат. Да, это яйцом читах. Они по стенам, что ли, решили разбрестись? А я хуй знаю. Они по стенам решили разбрестись. Ну это ничья тогда. В смысле ничья, они же ген могут спрыгнуть. Ну какая разница, у нас будет одна минута просто. Ну да. О, вижу, да, тоже сейсмик. Здесь не могут покутя за спиной. Двигаться в направлении до 5, один контакт минимум. Сейчас прям вот почти на тобой лист надо мной. Вижу. О, смещается. Ценный. Два меха D5. Все еще две метки. Вайты похоже. Ну или Тимбер Вайт. Ну еще засветки по центру. Одиночный сейчас был. Между тобой или со своей. Угу. Надо мной две засечки. Ну да, они разломали эту хуйню. Ожидаем. Так, еще прижимы к тем воротам. Подменяли залпами. Да, вам, кстати, по выходам стоит вам разбредаться, потому что я на атласе охуею тут ходить сейчас. Прессник, один да, еще в АК-5. Под тобой контакт. Лицемный надо мной, одиночный. Отходит в сторону, альфа. За пределы круга вышел. Лайк. Вижу засечку на Е6. Бежит к альфе. Отходит. Под дальней дуге, по-моему, F4 и F5 двигается лайк. Или на проходит, ставит внутри. Вбегает что-то. Или. Откуда? Одиночный лайт. Нет, обратно. D4 обходит лайт. Я смотрю сейсмика, мониторю то и то стараюсь, у меня сейсмик небольшой. Вот рядом со мной последний раз лайт был. Вот смещается на D5 лайт. Одна засечка. Сегодня эта карта такая конченая, конечно, тоже, блядь. Что она конченая во всех режимах для компетитива. В читах надо. Там мы не будем, ждем просто пока не упадут. Возможно. Видимо, да. Ну, из этого подвала уже выхода нет. Да. Сразу говорю. Одиночный все еще читаю, бегает. Альф шараевец уже. Опять обратно.
Надо мной что-то еще бегает. Одна цель на центре, одна возле меня. Одна надо мной. Ник, ты там что, трейдишься с кем-то? Нет. Почему у тебя 97%? Я еще в начале игры сказал, что вышел читак, мы обменялись телефонами. А, по центру на табле должен уже быть, видишь, сетчик? Вижу, вижу, да. Так, интересно, такой прокатит? Раньше работал. Мин, надеюсь, это не часть твоего плана. Резиденс Типпер. Так, надо мной двое мутни. На один к лезу. А, свою, точнее, пардон. Д5. Один. Походу, это Герри, что у него. Входит, Уайт. Они пушат. White, откуда? Вот бежал, браво. У меня пушат хэвики с F5. Принт. По хэвикам пушат Ника, хэвика пушат Ник, альфа, 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 альфа. Хэвики меня они пушат. Квазовые. Они квазовые. Работаю по альфе. Томатос, томатос. Чарли Брайм. Где? Чарли Браймери. Половина тембера. Чарли. Разы. ЦТ, ЦТ. Найдгир, ЦТ. Наберите Найдгир, если можете. Спасибо. ЦТ, Тимбер. Красиво. Все, всех. Красиво. Красиво. Не, нормально. Там Уайт просто влетел, я вот... Охуенно. Я говорю, вот это говно, это просто битва нервов, блять. Кого быстрее Атоста? Нервов сдать? Или вообще? Нет, просто вот это сидение в подвале, это битва нервов. Заебись. Я ж говорю, пельмени Атлас сработают, блядь. Ну да, вот никто, кстати.